Звание почетного профессора едва ли не самое престижное в научном сообществе. Присуждают его, как правило, тем, кто внес неоценимый вклад в развитие университета. В ГХТУ высоким титулом наградили Александра Борисова, генерального директора АО «Росэлектроника». Холдинг насчитывает более 120 компаний, в их числе научно-производственное предприятие «Исток» в подмосковном городе Фрязино, на котором трудятся десятки выпускников химтеха. Наш университет и научно-производственное объединение «Исток» связывают давние творческие связи. Наши первые выпускники начали работу на этом предприятии еще в 60-е годы, и за это время около 200 выпускников химтеха работают на «Истоке», занимают ключевые посты, разрабатывают новые технологии. После торжественной церемонии награждения Александр Борисов выступил перед студентами университета с лекцией. Почетный профессор рассказал о передовых технологиях, внедряемых на «Истоке» и других предприятиях электронной отрасли. Напомнил о тех задачах, которые стоят перед отечественной промышленностью. Кроме того, Борисов затронул проблему трудоустройства и предложил ребятам участвовать в работе «Истока» уже на последних курсах вуза. Я заметил такой нюанс, что когда студенты того или иного вуза ко мне приходят, они не могут определиться в своем месте. Для этого мы должны какой-то переходный период иметь. Так вот, чтобы они попали ко мне уже как в коллектив и понимали, что они делают в этом коллективе, я предлагаю на стадии обучения вот этих последних двух курсов, значит, чтобы они участвовали в создании, в каких-то неокровских работах моих, именно «Истока», и решали какую-то действительно важную проблему, которая в результате позволит создать тот или иной прибор. В университете рассчитывают, что партнерские отношения с «Истоком» перерастут во что-то глобальное, а выпускники химтеха будут востребованы и на других предприятиях «Росэлектроники». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.